Бренд Manfield основан более 20 лет назад в Англии и уже успел получить мировое признание. Производственные площадки расположились в Италии, Франции, Турции, Польше и Китае. Независимо от страны производства, используются только лучшие европейские комплектующие. В этом обзоре мы рассмотрим электрическую мини-печь, собранную в Турции. Manfield 456W – это универсальная, компактная, электрическая мини-печь, позволяющая воплотить самые нереальные мечты. Ведь это целых 45 литров полезного пространства в очень компактной оболочке. Дизайнерское решение стандартное, это белый цвет, который универсально подойдет на любую кухню. Ручка белая эмалированная, стекло тонированное, выполнено из низкоэмиссионного материала, благодаря чему тепло сохраняется внутри, а снаружи печка будет холодной. И дотрагиваться до ручки можно будет даже без прихватки. Ручки из термостойкого пластика с очень практичными и стильными вставками из стали. Управление механическое с помощью трех ручек, одна из них контролирует таймер, работающий от 1 до 90 минут. Вторая отвечает за температуру от 50 до 300 градусов, возможность регулировки температуры. Третья ручка отвечает за один из шести режимов. Первый режим конвекции, второй конвекции, два нагревательных элемента работы. Еще точно такой же режим, но только без конвекции. А далее два экономичных режима. Это верхний и нижний нагревательный элемент по отдельности. Либо режим гриля, что, кстати, далеко не во всех подобного рода печках есть. Все ваши движения будут отображаться индикаторами конвектора и индикатором термостата. Общая мощность при всей своей легендарной вместительности в 45 литров всего лишь 1500 Вт. Это меньше стандартного чайника. Дверца обладает рядом преимуществ. Первый из них – это механизм легкого подъема двери. И второе – это уплотнитель, который не позволяет теплу выходить из самой печки. Внутри три основных элемента – это круглый противень для пиццы, хромированная решетка из стали и стандартный прямоугольный противень. Внутри камера, на стенках которой нанесена специальная эмаль, которая вообще никогда не пристает жир, его легко снимать, поскольку сама эмаль расщепляет все эти негативные факторы, воздействующие на нее. В дальнем правом углу расположились нагревательные элементы и подсветка печки. Manfield умеет решать сложные задачи.